Всем привет! В наше время многие люди делают у себя ремонт в квартире либо в доме, производят ремонтные работы сами, либо нанимают профессиональных строителей. И такая вещь, как лазерный нивелир, нужна обеим, как профессионалам, так и тем, кто впервые занимается ремонтом у себя дома. Нивелир упростит и очень поможет сделать любой ремонт, начиная от штукатурки помещения и заканчивая плиткой. Мне на обзор пришел очень серьезный лазерный нивелир Firecore F93TXG в максимальной комплектации. И сейчас будем разбираться, в чем и с чем он поставляется и как он работает. Firecore F93XG – это профессиональный зеленый лазерный уровень, который проецирует три ярких замкнутых линии по периметру и полноценный отвес. Инструмент поставляется в очень хорошей защитной сумке-чехле с толстыми стенками, которые помогают уберечь прибор от повреждений. Внутри сумки находится зарядное устройство, оно же выступает и блоком питания, простые пластиковые зеленые очки, лазерная мишень с различными отметками, батарейный отсек для 4 батареек типа размера 2А, поворотная тренога, лазерный нивелир с литий-ионным аккумулятором на 2600 мАч внутри, а также есть инструкция. Отдельно в других коробках был штатив и кронштейн для крепления. Мощная резиновая рубашка на нивелире практически по всему корпусу способна предотвратить механические повреждения при небольших падениях. На трех гранях имеются лазерные окна, которые сделаны из стекла, а не из пластика. С обратной стороны находится кнопка включения-выключения прибора, чтобы включить осепостроитель, кнопку необходимо сдвинуть в сторону. В верхней части прибора, кроме лазерного окна, есть две кнопки и 4 светодиода индикации зарядки. Данный нивелир отличается высокой яркостью луча благодаря установленным диодам последнего поколения Sharp, высокой точностью и надежностью в эксплуатации. Точность у нивелира плюс-минус 0,3 мм. Дальность 25 метров, 50 метров с приемником. Это зависит от степени освещения. Диапазон компенсатора плюс-минус 4 градуса. Длина и класс лазера 505 на 520 нм. Угол развертки плоскостей 360 градусов. Работа под наклоном есть. Также есть резьбы под штатив, их две штуки, 1/4 и 5/8 дюйма. Питание либо от литий-ионного аккумулятора на 2600 мАч, который есть в комплекте, от 4 батареек типа 2А или от сети. Время бесперебойной работы всех плоскостей 7 часов от аккумулятора. Такая мелочь, как резиновая прокладка между крышкой и батарейным отсеком, также присутствует. Это неотъемлемый атрибут при заявленной защите корпуса от пыли и влаги по коду IP54. Рабочая температура от 0 до плюс 45 градусов. Температура хранения от минус 20 до плюс 60 градусов. Максимальное расстояние от горизонта до пола 11,5 см, до потолка 1 см. Минимальное расстояние от вертикали до стены 0,8 см. В нивелире установлен быстродействующий компенсатор маятникового типа с магнитными демпферами. Автоматическая установка компенсатора происходит буквально за пару секунд при включении или перестановке включенного прибора с одной точки на другую. Это очень отличный показатель. При установке девайса в режим автовыравнивания на наклонную поверхность, а именно с наклоном выше 4 градусов, нивелир активирует встроенную визуальную сигнализацию в виде быстро мигающих лазерных линий. Звукового оповещения у него нет. В выключенном состоянии маятник компенсатора плотно блокируется, что позволяет не опасаться за него при различных трясках или транспортировках. Что же касается управления нивелиром, то все очень просто и понятно. Я раньше не работал с такими нивелирами и разобрался сразу же с управлением. В положении зеленого ползунка OFF выключает нивелир и блокирует компенсатор, а в положении ON включает прибор, при этом сразу загорается горизонтальная плоскость и снимает блокировку маятника, то есть переходит лазерный уровень в режим автовыравнивания. Сверху располагается довольно информативная панель управления дополнительными режимами и плоскостями.
Хочу отметить удобную шкалу из 4 индикаторов заряда батареи или аккумулятора. Теперь есть возможность спрогнозировать остаток заряда элементов питания и понять реальное количество времени работы прибора. В выключенном состоянии при зажатии кнопки лазер на 2-3 секунды уровень включится в режиме работы с заблокированными компенсаторами для разметки под наклоном. По-другому такая функция еще называется тилт. При этом загорится соответствующий индикатор над этой же кнопкой и включится горизонт, а также будут гореть индикаторы шкалы заряда батареи. Дальнейшие последовательные нажатия на кнопку лазер будут менять плоскости, а именно: одно нажатие отключается горизонт, включается одна передняя вертикальная плоскость. Два нажатия подключается вторая боковая вертикаль, то есть горят обе вертикали. Три нажатия подключается горизонт, то есть горят все три плоскости по 360 градусов. И 4 нажатия выключается все плоскости, прибор выключен. Такой же алгоритм переключения плоскостей в режиме автоворавнивания, за исключением 4 нажатия. Тут снова включается один горизонт и далее по кругу. Это отлично продуманный прибор, в нем собраны все необходимые режимы и возможности, необходимые для качественной профессиональной разметки. Посудите сами, максимальная вариативность питания, теперь не надо думать о постоянных запасах пальчиковых батареек, потому что есть литий-ионный аккумулятор в комплекте и адаптер для работы от сети, он же является еще и зарядным устройством. Продуманное переключение плоскостей сделано таким образом, что можно оставить либо один горизонт, либо одну вертикаль, а это, на секундочку, довольно частая ситуация. Как следствие, экономия заряда элементов питания и, что немаловажно, уменьшение возможности случайного кратковременного ослепления лазера себя или окружающих людей. Наличие режима разметки под любым произвольным углом для нестандартных проектов и возможность работать на улице в солнечную погоду с приемником до 50 метров в одну сторону значительно расширяют функциональные возможности этой модели. Три полоски по 360 градусов с возможностью проекции максимально близко к рабочей поверхности. Полноценный отвес и шкала разряда реально делают работу с этим 3D-уровнем очень удобной. Толщина лазера в 1 метре от стены около 1,8 мм. На расстоянии 5 метров от стены толщина луча нивелира чуть более 1 мм. И на дистанции 15 метров около 3 мм, что является хорошим результатом. А еще это устройство можно закрепить на все дополнительные аксессуары, имеющиеся на сегодняшний день, так как в основании расположены две качественные металлические втулки с резьбой 1/4 и 5/8 дюйма. Такое же сечение резьбы используется у становых винтов различной периферии. Один из таких аксессуаров идет в комплекте, это поворотная база, которая позволяет медленно вращать прибор вокруг своей оси и перемещать в стороны на небольшое расстояние. Аксессуар очень нужный для данного гаджета. Перед началом обзора я промониторил много отзывов в интернете и в ютубе, и все пишут, что Firecore F93T XG это супер нивелир не только за свои деньги, но и он уделывает более дорогие нивелиры по качеству разметки, что меня реально удивило. После моего небольшого теста в большом доме я убедился, что с таким инструментом реально удобно работать и делать любые работы по строительству или дизайну. Гаджет очень нужный, и многим строителям реально повезло, что есть такой девайс в продаже за относительно небольшие деньги, но с прекрасными техническими характеристиками. Не нужно будет покупать дорогущие брендовые нивелиры типа DeWalt и переплачивать только за само название. Если вас заинтересовало устройство и оно вам реально нужно для работы и ремонта, то присмотритесь к Firecore F93T XG. Куча отзывов в интернете и мой наглядный обзор доказывают универсальность и качество такого помощника. Мне пришла полная комплектация, но у продавца на AliExpress можно заказать и наборы поменьше, без штатива, например, если он вам не нужен. Переходите по ссылке в описании и ознакомляйтесь. А также пишите, что думаете по поводу этого нивелира, приходилось работать с ним или с подобными гаджетами. Мне будет интересно и полезно почитать мнение специалистов и просто любителей стройки. Всем спасибо, кто ставит лайки и подписан на канал. Дальше будет еще много полезного и интересного. Хорошего всем вечера, спасибо за просмотр и пока-пока.